Высота какая? Высота какая? Либо... В идеале возьмите ножницы прямо в руки и прямо вместе с мастером. Вам в руки.
4 на 7. Я заметила еще другую особенность. Когда я была первый раз в Японии с семинаром, я реально давала теорию, они все писали, ну как это делается в Европе. Потом у нас еще началась практика, и со мной, значит, прямо переводчик, они все достали конспекты, положили их на стол, взяли с собой и начали стричь. Не знаю. Вы представляете, да, такого азиата, когда Анна Ивановна преподает, она же не останавливается, они боятся сказать что-то. Наталья. Да? Что, да, я обычно водички принес, как учитель, так много говорит, скучит там и все такое. Череп дальше от камеры, а морда ближе, поэтому она всегда будет. Потому что живем, кажется, как будто. Вот здесь вот тут находится. Обычно теперь было, потому что сложно посвятить. Так, ну что, давайте будем. Все готовы? Да. Два часа все предел.